В этом видео будем делать деплинки и реферальные ссылки. Деплинк – это своего рода генератор ссылок. И в одном деплинке можно создать целую кучу партнерских ссылок. Представим, что я хочу разместить несколько партнерских ссылок под видео про самодельный компрессор. Я уже нашел для этого видео необходимые товары на AliExpress. Благоотделитель, регулятор давления, обратный клапан и предохранительный клапан. И проверил их на аффилиатность. Кто не знает, что это такое, смотрите предыдущее видео. Деплинк можно создать из любой ссылки. Копируем ссылку, переходим в партнерку, инструменты, деплинк, придумаем название деплинку, офер AliExpress, сюда вставим ссылку и жмем создать деплинк. Ниже появился деплинк. Сократим ссылку, скопируем и вставим. Партнерская ссылка на влагоотделитель готова. Копируем вторую ссылку, переходим в деплинк. Если его закрыли, откройте и вставьте ссылку в самый верх. Чтобы отслеживать переходы покупателей не по названию деплинка, а по конкретной ссылке, нужно указать сабит на латинице. Жмем код для вставки. Вторая ссылка готова. Вот вторая ссылка. Сократим ее, скопируем и вставим. Копируем третью ссылку. Опять открываем наш деплинк и снова вставляем в самый верх. Второй саб у нас клапан. Код для вставки. Сокращаем, копируем и вставляем. И наконец четвертая ссылка. Вставляем в самый верх. И смотрите, в каждом сабите из 5 можно создать отдельные группы ссылок. И все это в одном деплинке. Сделаем эту ссылку во втором сабите. Дадим название. Название дадим тоже клапан, только под номером 2. Код для вставки. Сокращаем. Копируем. И вставляем. Партнерские ссылки готовы. Теперь я бы мог вставить их в описание под видео, и они бы начали работать. За статистикой из этого деплинка можно следить здесь. Достаточно выбрать сабит, и ниже увидим, по каким ссылкам были переходы и покупки. До вчерашнего дня генератором ссылок я не пользовался. Сгенерировал как-то пару ссылок и заменил ими ссылки в старом видео. И как видите, по ним уже были переходы и мелкие покупки. Так что это работает. Новая вкладка партнерской ссылки работает почти так же. Вставляем ссылку, выбираем оффера, придумаем сабит на латинице, ставим галочку «Сократить ссылку» и «Создать». Ссылка готова. В генераторе ссылок партнерские ссылки можно создавать оптом. Каждая ссылка должна начинаться с новой строчки. Но есть один нюанс. Массово генерировать ссылки можно, привязав их только к ранее созданным деплинкам и уже существующим сабитам. У этих трех инструментов есть один недостаток. Раньше вы делали партнерские ссылки традиционно и имели возможность просмотреть их, скопировать или перенести в архив. Эти инструменты такую возможность исключают. Каким инструментом создавать партнерские ссылки, решать вам. Но в следующем видео я расскажу еще об одном интересном инструменте, который может создавать партнерские ссылки за пару кликов. А сейчас я покажу, как делать реферальные ссылки для привлечения своих рефералов. Перейдем на вкладку «Привлечение рефералов». EPN предлагает три варианта. Вы можете выбрать любой из трех. Ниже есть примеры, которые простым языком объясняют, как та или иная модель реферальной ссылки работает. Я выбрал стандарт. Мне больше нравятся долгосрочные проекты. Здесь же можно ознакомиться с требованиями источника трафика. Чтобы создать реферальную ссылку, для начала нужно создать площадку. Как создать площадку, я показывал во втором видео. Делайте все то же самое.
Только оффер теперь у вас будет не AliExpress, а стандарт. Когда площадку одобрит, вернетесь сюда. Придумайте название. Мой стандарт. Оффером будет стандарт. В качестве кабинета выберу киберпонедельник. И создать реферальную ссылку. Ниже жмем «Получить партнерскую ссылку», сокращаем, копируем, и теперь ее можем размещать в своих материалах на одобренной площадке. У меня для стандарта 4 площадки. Мой сайт, группа ВКонтакте и 2 YouTube канала. Я уже говорил, что сейчас не каждому новичку могут одобрить площадку. Как можно решить эту проблему, смотрите в предыдущем видео. Но если у вас одобрена площадка для партнерских ссылок, то и для реферальных ссылок площадку должны одобрить. В следующем видео покажу еще один инструмент для создания партнерских ссылок и подробно расскажу, как выводить деньги и какие могут быть нюансы. У меня за это время было разное, думаю, вам будет интересно. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.